Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандары, теледе көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен коом жана дин программасын баштайбыз. Сиздер менен студияда Сагынбек Абдыкалыков. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы жана мамлекеттик диний саясат тууралуу сөз болмокчу. Студиябыздын меймандары менен силерди тааныштыралы. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын биринчи орун басары Закир Чотиев жана Коргоо комитетинин коргоо жана коопсуздук чөйрөсүнүн мамлекеттик органдарды координациялоо боюнча сектор башчысы Рысбек Абдысатаров. Саламатсыздарбы. Урматтуу радио кагармандар жана урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди алдыда келе жаткан 31 август эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Эскерте кете турган нерсе, мына бүгүнкү программа орус жана кыргыз тилинде болмокчу. Дорогие телезрители и радиослушатели, в общем-то, сегодняшняя программа будет на русском и на кыргызском языках. Биринчи суроону мындай баштасак да, мына 25 жыл бул эми тарых үчүн деле мындай аз жыл эмес. Мына ушуга байланыштуу ушундай бир суроо пайда болуп атат. Ошо 25 жылдык эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстандын диний чөйрөсүндө кандай өзгөрүүлөр болду? Мына ушул маселе жөнүндө бир аз баяндап берсеңиз. Саламатсыздарбы. Сиз айткандай ушу эгемен өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн 25 жылдыгында диний чөйрөсүндө кандай өзгөрүүлөр болду? Бул деп айтканда эгемендүүлүк алган жылдардан баштап мамлекет бул конституцияда жазылгандай динден сырткары өлкө катары өз ишин жүргүзүп жаткан. Бирок дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуяларга жүргүзүлгөн талдоо жана ошого байланыштуу дүйнөдө болуп жаткан экстремизм жана радикализм көрүнүштөрү, террордук актылар жана ага коомчулуктун, анын ичинде жаштардын тартылуусу мамлекеттин ушу дин багытындагы саясатты өзүнчө бир алгылыктуу бир жакшы жолго салуу позициясын ээле десек болот да. Эми чындап айтканда эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында диний уюмдар өз алдынча өнүгүп келе баштаган. Эми акыркы учурда гана, акыркы ушу 5 жылдын ичинде мамлекет бул диний ишти өз алдынча койгондо бир алгылыктуу бир жакшы иштерге болбой турганына көзү жетти. Ошондуктан жакынкы арада ушу мамлекет дин иштери боюнча өзүнчө бир саясатты колго алды. Рысбек мырза, мурда Советтер Союзунун учурунда биз баягы коммунисттик партиянын жетекчилиги астында жүргөн элек ошо коммунисттик идеология өкүм сүргөн болчу. Советтер Союзу кулагандан кийин коммунисттик партиянын идеологиясы баягы ишке ашпай калды. Албетте бул орун бош калбайт эле, туурабы? Мына ушул орундун ордунда ошо диний иштер, ошо диний идеология келди десек болобу? Бул идеологияга дагы толук келдик деп айтуу али эрте. Себеп дегенде биз мына акыркы учурда бир өзүбүз алдыга бир максат коюп атабыз. Мисалы ошол адамдын жан дүйнөсүндө болгон жанагы идеологиялык боштукту кандайдыр бир башка жолдор менен толтуруу, аны ошо өлкөнүн саясаты менен биргелешип өнүктүрүү маселеси алдыда коюлду да азыр. Закир Жеңишбекович, вот в нашей стране за эти годы что изменилось в религиозной ситуации? Ну, первым делом хотелось бы как раз отметить именно те слова, которые сказал Рысбек Курмангазиевич, что на самом деле после получения независимости была создана либеральная среда для действия деятельности религиозных организаций. Как вы также отметили, именно 70 лет коммунистической идеологии и окончание ее создал такой вакуум для идеологического заполнения. И после получения независимости, вот эти два условия, когда мы до этого были запрещалась деятельность религиозных организаций, и когда на смену ей приходит возможность распространения различных религиозных идеологий, подтолкнула к активной деятельности различных миссионерских миссий, различных религиозных течений и организаций в Кыргызской Республике. Ну, к примеру, если привести пример, при получении независимости на территории Кыргызской Республики действовало порядка 39 мечетей,
5-10 церквей христианского толка, но уже, допустим, к концу 2013 года общее количество религиозных организаций насчитывается 2600. На конец 2015 года мы видим цифру 2900. И на сегодняшний день мы видим 2979 религиозных организаций, действующих на территории Кыргызстана. Надо отметить, что именно созданные условия в период получения независимости, либеральные условия для деятельности религиозных организаций предоставило возможность развиваться религии в нашей стране. И в нашей стране при создании таких либеральных условий с учетом наших стараний обеспечения прав и свобод человека появилась возможность открыто исповедовать ту или иную религию или, как уже привыкли многие граждане нашей страны, не исповедовать никакой религии. В данном случае здесь была обеспечена очень большая свобода для религиозных организаций, для наших граждан. Но мы видим на сегодняшний день, что через 10-20 лет, сегодня 25 лет прошло со дня независимости, мы видим, что мы получили и положительные влияния со стороны религии, нравственность, более духовные, культурные ценности. Но с другой стороны, мы видим и некоторые негативные влияния со стороны различных религиозных течений. В частности, мы можем говорить о некоторых нетрадиционных или деструктивных течениях, которые прикрываются религией и распространяют на нашей территории какие-то более радикальные или деструктивные идеологические взгляды. И сегодня, вот с 2013 года, в рамках принятия национальной стратегии устойчивого развития указом президента было выделено направление о реформировании государственной политики в религиозной сфере, о необходимости улучшения религиозной ситуации в нашей стране. И по данному направлению именно Совет обороны 3 февраля 2014 года принимает решение о необходимости срочного реформирования. И вот с этого времени, с 2013-2014 года, начинается активная работа в данной сфере. Закрыть, Ильич, как я понял по вашим рассказам, в общем-то, демократия, конечно, это свобода, но об ответственности тоже, мне кажется, не надо забывать. Как вы думаете? Ну, на самом деле, именно непосредственно на сегодняшний день мы пришли к тому выводу, что не регулировать религиозную сферу нельзя, потому что мы имеем как положительное, так и отрицательное влияние со стороны, может быть, различных религиозных идеологий. И поэтому вот приняты первые попытки, это было 2006 год, концепция принималась, но она осталась на бумаге. В 2008 году был принят закон о свободе вероисповедания и религиозных организаций в Кыргызской республике, которые начали регулировать данную сферу. Мы видим, что здесь было недостаточно работы, недостаточно внимания. И вот, как я уже отметил, именно с 2013 года эта сфера стала под особым вниманием государства, руководства и государственных органов. И не зря в данном процессе мы видим, что активное участие сегодня Совета обороны и секретариата Совета обороны по координации работы в религиозной сфере и реализации государственной политики. Расбек Курмангазиевич, что мамлекеттик бийликтин институттары ошо диний жагдайды жакшыртуу боюнча бүгүнкү күндө кандай аракеттерди көрүп атат? Бул сурооңузга жооп берердин алдында айта кетчү нерсе, бул 2013-2014 жылдарга Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында бул мамлекетте туруктуу өнүктүрүүнүн шарттарынын бир катары бул диний чөйрөдөгү саясаттын натыйжа кылуун жогорулатуу маселеси коюлганда, ушунун негизинде бул Закир Жеңишбекович айткандай коргоо кеңеши 2013 жылы өзүнүн кезектеги отурумун өткөзүп жыйынын ошол жерде өзүнчө чечим кабыл алган. Ал чечим эмнеге багытталган? Бул ушул ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн багытына жараша конкреттүү иш-чараларды жүргүзүү маселелери коюлганда, азыркы учурда ошол ар бир мамлекеттик орган өзүнө тиешелүү багытта иш алып барып жатат. Закир Жеңишбекович, вот, пожалуйста, расскажите о концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере. Ну, концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере, как отметил Расбек Курмангазиевич, была принята, одобрена на
решением Совета обороны от 3 ноября 2014 года. Это было продолжение работы, той совместной работы, которую мы проводили вместе с секретариатом Совета обороны. Концепция направлена первым делом на выработку позиции государства в религиозной сфере. Как государство должно подходить к взаимодействию с религиозными организациями? По данному вопросу, что было сделано, разработано в концепции? Была сформирована модель светского государства для Кыргызской республики. Она отличительна от других моделей светского государства, потому что у нас есть различные модели на сегодняшний день. И там было выделено 4 основные направления. Какие? Это взаимодействие государственных органов с религиозными организациями, потому что мы знаем, что есть очень положительное влияние со стороны деятельности религиозных организаций, но есть и некоторые ограничения, которые регламентированы в законе. С другой стороны, мы выделяем направление о реформировании религиозного и религиоведческого образования. Что можно сказать по данному вопросу? У нас есть некоторое недопонимание со стороны наших граждан, со стороны духовенства, что такое религиозное, что такое религиоведческое образование. Религиоведческое образование – это светское образование, которое предоставляется и контролируется со стороны государственных органов, Министерства образования и науки Кыргызской Республики. А религиозное образование – это именно изучение религии изнутри. Бывает христианское религиозное образование, мусульманское религиозное образование. То есть в данном случае они подготавливают своих религиозных деятелей для определенного направления конфессионального. Третье направление, которое очень важно было затронуто в рамках концепции, это непосредственно работа со средствами массовой информации. На сегодняшний день формирование общественного мнения, отражение деятельности государственных органов, гражданских институтов, все мы видим через средства массовой информации. И очень часто мы получаем не совсем корректную, не совсем объективную информацию со стороны средств массовой информации. То есть эта работа сейчас идет с 2014 года, очень активизировалась. Мы сотрудничаем с медиаресурсами для того, чтобы о необходимости более объективно и корректно предоставлять, что происходит у нас в религиозной сфере. Потому что на самом деле некоторые некорректное предоставление информации, оно порождает более негативные, чем положительные влияния на общественное мнение. И четвертое направление, которое было затронуто в рамках концепции, это непосредственно работа совместно государственных органов по профилактике и предупреждению распространения радикализма и экстремизма в нашей стране. Вот эти основные направления, которые были заложены в концепции. Закир Жигишбекович, вот вы только недавно провели аттестацию имамов, да? Они какие результаты дали? Вы знаете, с 2014 года, получается, вот Рысбек Курмангазиевич отметил, что решением Совета обороны было принято реформирование. Одно из направлений было реформирование системы работы духовного управления мусульман Кыргызстана. Вот, было... Как раз был разработан новый устав, принят, была реорганизация структуры духовного управления мусульман Кыргызстана, и государственные органы оказывали в этом содействие. Духовное управление мусульман Кыргызстана провело последние полтора года аттестацию имамов. Эта аттестация показала, что не все религиозные деятели и кадры, они имеют достаточный уровень религиозного образования, религиозной грамотности. И в связи с этим были случаи, когда они не проходили аттестацию, и было принято решение о том, что для того, чтобы повышать уровень религиозной грамотности среди духовных лидеров, необходимо проводить также и работу, и семинары обучающие, которые проводились со стороны фонда «Иман». Сіздің қосымшаңыз бар екен, Рысбек мырза. Қосымшалап қояйын, мында қырғыз тілінде, мемлекеттік тілде. Азырғы айтылғандай еле, бұл діншер өсімдегі саясатты біз негізі бағыттарға бөліп қарап отырмыз деп отырмыз. Азырғы биыл жерде айтылып кеткендей, ошолардың біріншісі, ең бірінші бағыты бұл күш түзірімдерінің өзінің түзімдік бөлімдеріндегі жана дин багытында иш алып барып аткан алардын ишинин реформалары ошол менен бирге эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ишиндеги реформа болчу. Кийинкиси бул билим берүү тармагын карап чыгуу, анын акыркы жыйынтыктарынын бири катары айтып кетсек болот. Ушу жаңы окуу жылынын башталышында 9-чу класстын базасында дүйнөлүк диндер маданиятын окуутуу предмети каралып жатат пилоттук негизде. Андан кийинкиси бул закирчи айткандай
жалпыга маалымдоо каражаттарында жана үгүттөө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Бул жалпы эле бир гана ушул жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши гана эмес, муну коомчулук менен бирге жана сиз айтканда бир жалпы бир координациялуу иш жүргүзүү карап атабыз. Буга сөзсүз түрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дагы катышы өтө зарыл болуп атат жана күч түзүмдөрү ошону менен бирге жана айткандай эле жалпыга маалымдоо каражаттары. Демек сиз бул жерден баягы биргелешкен аракет жөнүндө айтып атасыз да, туурабы? Бул жерден баягы эң биринчи түшүндүрүү иштери жөнүндө сөз болгондо, бул жерде имамдардын билимдүүлүгү эң биринчи чечүү ролду ойнойт экен да. Имамдар азыр эле тиги Закир Жеңишбекович айткандай диний билими бар, туура. Бирок ошо светтик билими дагы болсо, анан кийин мына бүгүнкү күндө ошо компьютер сыяктуу ошо заманбап технологиялар менен иштей билген болсо, бул өзүнүн натыйжасын берет эле. Кандай дейсиз? Бул сиз айткандай жанагы имамдарды аттестациялоонун бир ишине өзүм да барып катышып калгам. Ал жерде жана биринчи этабы катары бул документациялык негизде текшерүүдөн өткөрүү болчу. Айтып өткөндөй эле баардык имамдар эле светтик билими же болбосо тиешелүү деңгээлдеги диний билими жок болуп чыкты. Бул баягы кырдаалдан кантип чыгабыз деген дагы маселе келип чыкты. Анткени ар бир ошол имамга коюлган талаптарга толук 100% жооп берген имамдар дагы жок болуп калды. Демек ошонун негизинде биз жеңилдик катары бир 2-3 жыл мындай шарттуу түрдө макулдук бердик. Анткени себеби эгерде кайсы бир имамдын светтик билими жок болсо, ошол убакта ал ошол билимге ээ болууга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Убакыт керек демек. Убакыт керек, бир аз гана убакыт керек. Анткени ачыгын айтканда азыркыга чейин эле ошо даяр толук даяр имамдар жок азыр. Аларга ошол жалпы бир кеңешип, сүйлөшүп, ошондой бир мүмкүнчүлүк берилди азыркы учурда. Өзүңүз айттыңыз го, ошо бир аз убакыт керек депчи. Убакыттын ичинде булар, мына ушул убакыттын ичинде, берилген убакыттын ичинде алар эмне иштерди жасаш керек? Бул жерде эми мындай айтканда, бул негизи мусулмандар дин башкармалыгынын өзүнүн ички иши болуп эсептелет. Анын ичинде негизи мындай алып караганда, ал жакта аалымдар кеңеши бар. Текшерүү комиссиясы бар жана муфтияттын өзүнүн башкармалыгынын адистери. Булар өздөрү чечет, э? Булар өздөрүнүн аларга дагы тапшырма коюлган жана реформа жүргүзүүнүн негизинде. Булар жалпы уставтарын, жоболорун ушул баардык өзгөрүүлөрдү эске алуу менен азыр шартка ылайыктап толугу менен иштеп чыгышы керек биринчиден. Закир Жеңишбекович, как я понял, вы что-то хотите добавить? Но я хотел просто добавить о том, что на самом деле, несмотря на поручение Совета обороны именно в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, мы здесь работаем, как Рыспек Курмангазиевич сказал, вместе, оказываем содействие для реформирования. И в частности, требуется время. И в это время что мы должны сделать? В это время, вот сейчас, если мы посмотрим, что мы сделали уже к этому времени. Прошло реформирование структуры ДУМК, прошла аттестация, отработали процесс организации паломничества в Нахадж. То есть на сегодняшний день мы уже видим довольно положительные отклики, потому что мы вывели именно механизм этой организации на прозрачный уровень. Сейчас делается онлайн-регистрация, то есть составляется база данных, проводится жеребьевка в электронном виде. Что предстоит нам сделать, это, конечно, очень важная, можно сказать, и инвестиция, или работа по внедрению системы качественного религиозного образования. Мы знаем, что большое количество наших религиозных деятелей получили образование за рубежом. Они получили это образование в рамках различных религиозных школ. И на сегодняшний день встает вопрос о продвижении традиционных ценностей ислама, традиционных для Центральной Азии и Кыргызстана в нашей стране, которые будут не противоречат принципу светскости, не противоречат действующему законодательству и особенно нашим традициям, культурным ценностям. Это все в гармонии. И поэтому мы работаем над подготовкой нового поколения религиозных деятелей, которые будут продвигать именно наши традиционные ценности. Для этого создан теологический колледж, который будет предоставлять и светское образование, и образование религиозное, среднерелигиозное образование.
Сейчас работа идет по внедрению института подготовки, переподготовки руководящих кадров Духовного управления мусульман Кыргызстана, которые будут готовить именно руководящие кадры с углубленным изучением религии, и, в частности, ислама, и получение светского образования, которые должны будут работать в рамках наших традиционных ценностей ислама и, можно сказать, принципов светскости, чтобы на сегодняшний день была разработана и внедрялась общая позиция нашего духовенства по продвижению наших традиционных ценностей и предотвращение влияния, можно сказать, более таких радикальных или фундаментальных религиозных идеологий со стороны, которые приходят из-за рубежа. Расбек Курмангазиевич, мына салту дин жөнүндө сөз болуп калды. Албетте, 25 жыл бул бекер кеткен жок. Мына ушул убакыттын ичинде биз мамлекетте салту динди жайылтуу жана бекемдөө тууралуу ишенимге толугу менен ишендик. Мына ушул багытта бүгүнкү күндө кандай иштер аткарылып жатат? Мына ушул жөнүндө дагы биз айтып кетсек. Жарайт. Коомчулуктун арасында көптөгөн сын пикир жарыла баштады акыркы учурда. Ал эмнеге тиешелүү? Бул ошол жанагы биздин кесиптеш айткандай көпчүлүк диний кызматкерлер чет өлкөлөрдөн барып билим алып келип атпайбы. Ошонун негизинде алар ушу биздин салттуу динге тиешелүү эмес кандайдыр бир идеологияны же болбосо жүрүм турумдарды алардын маданиятын таңуулаган учурларда болуп кошо ала келип атат. Ошонун негизинде көптөгөн сын пикирлер пайда болду, жаралды деп айтып атабыз. Бул ошонун негизинде биздин азыркы иштерибиздин бири ушундай бир идеологияны туура түшүндүрүү маселесин көтөрүп чыгып атабыз. Ошондой эле ушул муфтият менен бирге бизге мүнөздүү кийим кечелерди кийүү жана сак кол коюу маселеси ошолордун баардыгын туура түшүндүрүү үчүн биз аларга да тапшырма бергенбиз. Ошол областтарда казыяттар менен биргелешип иш алып барып эл арасында туура түшүндүрүү боюнча. Азакир Жеңишбекович, какие меры предпринимаются для реализации концепции? На сегодняшний день уже по некоторым мерам Ирсбек Курмангазиевич высказался, я бы уже краем уже рассказал, но вот в основном можно говорить, это направление по реформированию работы религиозных организаций и непосредственно Духовное управление мусульман Кыргызстана, потому что мы знаем, что на сегодняшний день порядка 85-90% граждан Кыргызстана считают себя по этническо-культурной принадлежности мусульманами или же являются практикующими мусульманами. Поэтому здесь направление очень важное. В этом направлении мы особое внимание удаем поддержке работы Духовного управления мусульман Кыргызстана. Этому я уже сказал. Профилактические мероприятия, которые проводятся государственными органами совместно и с религиозными организациями, с силовыми структурами, при поддержке секретариата Совета обороны. То есть эти профилактические мероприятия направлены на что? На разъяснение позиции государства, на разъяснение, что такое принцип светскости, на что направлена концепция государственной политики в религиозной сфере. Такие мероприятия на протяжении более двух лет проводятся по всей стране, во всех регионах, во всех областях нашей страны. И в данном случае мы разработали специально для этого методические пособия, которые в облегченном виде предоставят базовые знания о религии, о религиозных течениях, которые действуют на территории Кыргызстана, о принципе светскости и действующем законодательстве Кыргызской Республики. Основное направление здесь, это мы говорим более краткосрочные такие мероприятия, но необходимо предоставлять более долгосрочные мероприятия, такие как реформирование религиозного, религиоведческого образования, которое на сегодняшний день разработан проект концепции по его реформированию. И в связи с этим сейчас внедряется курс пилотирования истории религиозной культуры совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики. Я уже сказал о пилотировании проектов теологического колледжа и института подготовки руководящих кадров ДУМК. О том, что на сегодняшний день необходима классификация религиозных учебных заведений, чтобы было понятно, что это среднее религиозное заведение, это высшее религиозное учебное заведение. Есть и более такие курсы религиозные. Есть, допустим, дополнительные образовательные услуги,
услуги. Все это должно быть регламентировано. Для этого должны быть выработаны стандарты со стороны религиозных организаций, для которых мы будем предоставлять свою поддержку. И чтобы это было закреплено и поставлено уже в четком виде. Это долгосрочная работа, это тяжелая работа, потому что это будет подготовка будущего поколения. Как в рамках курса религиоведения, чтобы наши ребята могли отличить религию от различных деструктивных идеологий. И чтобы наши ребята знали, какие религии у нас существуют. И были готовы уже после окончания школы к влиянию различных религиозных течений. И с другой стороны, чтобы мы подготовили свои новые религиозные кадры, или, говорим, кадры для, ну, среди духовного управления мусульман Кыргызстана или среди религиозных лидеров. Расбек Курмангазиевич, Кыргыз Республикасының Коргоо Кеңеши, мына бирке радикализмдин жана экстремизмдин алдын алуу боюнча мына бүгүнкү күндө кандай чара көрүп жатат, ушул жөнүндө да айтып берсеңиз. Биздин өлкө ичинде жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар азыркы учурда алууктуу болот деп айтсак болот. Анткени башында бул күч түзүмдөрү тарабынан калып аткан кээ бир иш-аракеттерди ошо динге ишенген адамдар өзүнчө башка көз карашта карап атышкан. Бирок ушу түшүндүрүү иштеринин натыйжасында азыр алар дагы ушу динден тышкары эгемендүү мамлекетти курууда дин кызматкерлеринин өзүнчө бир өзгөчө ролу бар экенин өздөрү да түшүнүп калышты да. Мындан тышкары биз ислам дини десе эле азыр дүйнөдө ушу аябай жат көрүнүштөр болуп атпайбы? Сирия мамлекетинде жана башка мамлекеттеги болгон окуялар, жана террордук актылар деген сыяктуу. Ушунун негизинде биз өлкө ичинде гана эмес, жамааттык коопсуздук келишими уюму жана Шанхай кызматташтык уюму аркылуу дагы биздин коңшулаш мамлекеттер менен бизге ошо тиешелүү керектүү маалыматтарды алып, алар боюнча дагы иш жүргүзүп атабыз да. Мунун баардыгы ошол коомду экиге бөлбөй, бир бүтүн мамлекет катары динге ишенген адамдар менен дагы жана өзүнүн эркиндигин динден тышкары туткан адамдардын өзүнчө бир шайкеш бир ынтымактуу коомдо жашоосу үчүн аракет кылып атабыз да. Эң негизгиси ушу калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек го дейм гана дейбиз. Сөзсүз түрдө. Жанагы туура эмес салттуу динден тышкары маалыматтарды берип ар кандай идеологияны таратып аткан бул кээ бир азыр интернет ресурстар болуп атпайбы, сайттар. Ушуларды дагы көзөмөлгө алуу, ал боюнча дагы ошо жаштардын арасында кеңири иш жүргүзүү аркылуу ошо биз ушул жакшы бир жетишкендиктерге жетишсекпи деген максаттабыз. Урматтуу радио огармандар жана теле көрүүчүлөр, мына бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Бүгүн коом жана дин программасы соңуна чыкты. Бүгүн эгемендиктин 25 жылдыгы жана Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаты деген темада сөз болду. Студиябыз меймандары менен силерди дагы бир жолу тааныштырып коелу. Коргоо кеңешинин катчылыгынын коргоо жана коопсуздук чөйрөсүндө мамлекеттик органдарды координациялоо боюнча сектор башчысы Рысбек Абдысатаров жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын биринчи орун басары Закир Чатаев. Силердин студияга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен ойлойм, уккан адамдар албетте силердин айткан сөзүңүздөрдөн сабак алат деп. Урматтуу радио агармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, силерди алдыда келе жаткан 31 август эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы менен дагы бир жолу куттайбыз. Силер менен студияда Сагынбек Абдыкалков болду. Ободон кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар.